Всем привет, дорогие друзья! И с вами опять Дарья и Эля Заяц! И там мы видим Алекс Гута! И это очередной влог! Да, мы решили все вместе погулять, и это Алекс Гут! И Эля Заяц! И Дарья Минаева! Так, мне тут Эля Заяц сказал, что мне лучше поменять имя на Дашку Грей! Что вы думаете насчет этого? Пишите в комментарии. Алекс Гут побежал на качельки. И мы опять решили встретиться. Леша. Леша, ты маленький ребенок. Леша, сколько тебе лет? Слезь отсюда. Я в детстве. Слезь отсюда! Может быть, нам фан-встречу сделать? А вот с Ванькой он на том капоте катается. Я понимаю, что нас никто не знает. Но может быть, сделаем фан-встречу втроем. Честно, я... Молодец! Честно, я тоже хочу, но я понимаю, что я... О, я сяду на качельку. Да, с вами Дарья. И на нас смотрит тёлки. Лёша, веди себя нормально. Этот. Вот смотрим на него. Лёша, в полицию вызвать. Как вы думаете о воспитании и о действиях Алекс Гута? Шедевр. Это шедевр. Люди, я говорю, мы будем снимать, мы, скорее всего, сегодня в обезьянник сядем. Да, нас точно, наверное, отправят в эту... психушку. К мусорам. Если он сейчас залезет на этот танк, я его угроблю. О, может, она сюда скатится еще? Самое то. Мы это видим. Так, Эля Зайцев решил тоже. Мы потеряли Алекс Гута. Так, это очень... Вот ты, Алекс Гут. Мы думали, мы его вас потеряли. Я надеюсь, вы не хотите здесь катиться. Слава богу, он пошел на детскую площадку. Я надеюсь, мне памяти хватит. Ну, мне кажется, на одно видео гига хватит, да? А то вчера я все позаполнила. Всем влогом. Она снимает видео. Алекс Гут! Я хочу тоже тут скатиться! Он застрял там! Алекс Гут! Сейчас ждем Ольгу! А я здесь буду сидеть! Я тоже хочу скатиться, ты хочешь? Честно, я хочу, я ни разу не хочу. Мы хотим скатиться этой хрени. Да. Мы маленькие девочки. Я ни разу не каталась. Понял! Ай, мои парочки. Лёша. Парочки забил. Так, с вами Дарья. Снова. И никуда не ходим. Один мужик на нас посмотрел, как будто мы чеканутые. Но чеканутый Алекс Гут. Но честно, я тоже хочу скатиться с этой горки, потому что в нашем детстве... Потому что в нашем детстве этого не было. И вот тут мужик. Да. Они все это видели. Но это все хорошо. Пока что. Алекс Гут. Он еще стреляет. Всем привет, с вами Дарья Минаева. Это продолжение. Итак, она едет с горки. Эпик. Мы идем в двор. А можно что ты делаешь? Мы идем в какой-нибудь двор. Тут дельфин. Это бассейн. Там московский. Здесь Алекс Гут, Эля Заяц, Дарья. И мусор на ведро, которое слетело. Я подумала, что сзади бабка идет. Это просто я. Леша! Не загорю.
Мы едем. Это была Даша. А тут Эля Заяц. А тут... А, Маспина! Кто моя? Потом. Он чокнутый, скажите, пожалуйста. Мы идем в палатку за жратвой, потому что захотелось жрать. Зачем? За жратвой. А, за роллтоном. Полено сухую. На 100 рублей. Полено. Я говорю, хлеб ей купить. Колбасу. А он говорит роллтон. Полин, купил ты роллтон 5 пачек и сожрешь его так. А ты завтракала? Нет. А, ну тогда тебе надо хлеб, а не роллтон. Своим хлебом. Да. Мы сходили в магазин, купил воду. Поебали. Я купила Milky Way, а она купила Баунти и воду. А у меня вторая сиська отросла. Ну как же он меня заколебал? Блин, у меня уже заколебал, блин. Да не могу. Как же? Ага, мне спасибо. Что же ты сказал? Алкоголь или беда, ты пизда. Не, вместо дешевства он уже туда коньячка налил. Ёпты там, ёпты, блядь, вот так вот. Да, у меня там открывашка. Да, так коньячка. Ёпта. Да, мы тут гопота местная. Едим семки. Вот видите, самый юный гопник. Бичес мазафака. Да, мы такие гопота. Еба. Стояная. Еба, стояма. Я сижу так и молчу. Скажите что-нибудь другого. Полин, Полин, я новое слово придумал. Ага, с семками сидит, я вас иду. Стоямба. Такое завлекающее слово. Мася. Сейчас, смотрите, я думаю, что это такое будет. Потом я понял. Стоп, у Валька хуй-то стоит стоямба. Хорошо, на мои видео смотрим. Весело живем. Ну, в общем-то. Ку-ку, ёпта. Да, вот детка. Потом говорят то, что матом не ругается. Я спокойно сижу. Сказал ёпта. Ёпта. Ёба. Гопота. Давай. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу.